Ir izteikti. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Я вот общем, да, вот я перехватил, как сказал Арби. Сегодня мы возобновляем наш чемпионат, второй круг. И хотелось бы начать с приятного. Как вы знаете, мы не наградили лучшего игрока 17-го тура. Сделали это намеренно, специально, чтобы наградить лучшего игрока 17-го тура именно сегодня, в день начала второго круга. И лучшим игроком 17-го тура, по мнению любительской футбольной лиги «Войнах», был признан игрок команды «Симсир» Гатаев Жабраев.